крыши, те, которые люди, я им сочувствую, которые на пятом этаже. Вот те люди, которые живут на пятом этаже, это болезненно. Это люди переживают. Сырость, грибок, ну, обои. Дом коммунальной собственности, дому порядка 50 лет. До этого ремонт здесь производился исключительно латочный, который не позволял на длительное время обезопасить жильцов от протечек. У нас производится капитальный ремонт кровли, который в себя включает демонтаж старого кровельного покрытия, 100% выполнение цемента, песчаной, разуклоночной стяжки. Дальше огрунтовка битумным праймером всей поверхности кровли и укладка нового рубероида в два слоя. Там крыша, ну, чтобы вы понимали, как при советском времени делались, то есть ни стяжки нету, ни армировки нету, просто залита смола, идешь, оно когда нагревается дом, оно как рифленое, идешь как по песку. Новый материал, основанием его является полиэстер, то есть такие полипропиленовые нити, которые дают рубероиду жесткость. Финишный шар рубероида, он покрыт гранитной крошкой, которая отражает солнечные лучи, то есть они переламываются и не дают как бы расплавлять основание. То есть у материала более повышенная жизнеспособность. Производитель дает гарантию на 10-15 лет. Капитальный ремонт крыши практически на 50% стадии выполнения. Порядка 960 квадратных метров будет уложено нового рубероида. Мы делаем ремонт водосточной системы. Мы ее капитально меняем полностью на новую. В перечне работ есть оштукатуривание вентиляционных каналов, плюс исправление кирпичной кладки, потому что за время эксплуатации кровли с момента постройки дома, ну, здесь никогда ничего не ремонтировалось. Также здесь будут отремонтированы подъездные козырьки. Приблизительно за 2-3 недели мы полностью закончим. Осенью, где подобные ремонты проводятся немножечко дольше, потому что подрядчики отталкиваются от погодных условий, в дождь стараются некоторые работы по демонтажу не проводить, не оставлять крышу раскрытой. Вот. Если же уже даже случается такая, не дай бог, ситуация, когда внезапно идет дождь и, не дай бог, будет затоплена квартира, подрядчик в обязательном порядке компенсирует все траты на ремонт. На этот год капитальных ремонтов было 45, из которых закончено было 38, и еще 7 находятся в работе сейчас. А текущие ремонты кровли были выполнены почти на 50 адресах, и планируется их сделать еще 37 до конца текущего года.